Всех приветствую, это видео про замену втулок стабилизатора на Audi A4 B8. Видео из разряда элементарных, но хотел бы показать запчасти и немножко рассказать о процессе. В общем, купил я вот такие вот втулки стабилизатора, оригинальные. На них нету производителя типа Limfjord или что-нибудь такое. Сделано в Испании. Кольца. Вот, по цене они не намного отличаются от неоригинала. Поэтому решил взять такой вариант. На самом деле не видел, что предыдущий владелец вообще менял эти втулки стабилизатора. Так что есть подозрение, что сейчас пробег уже 205 тысяч километров и втулки не менялись. Хотя для примера на Rapide я менял, по-моему, каждые 30 тысяч километров эти втулки стабилизатора, потому что они начинали скрипеть. В моем случае они тоже очень редко, но скрипят. То есть, когда приезжаешь лежачего полицейского, и машина резко так, то издается такой скрип. И обратил внимание то, что там совсем стабилизатор уже в этой втулке. Там, короче, втулка разбитая, когда менял резину на летнюю. И решил не тянуть, сразу поменять. Вот, кто будет менять на домкрате? Это будет достаточно проблематично, потому что нужно будет разгрузить и вторую ось. То есть, в принципе, нужно домкратить всю морду. Либо, если домкратить одно колесо, то нужно как-то разгрузить второе колесо. Соответственно, это нужно будет под поворотный кулак ставить еще один домкрат и разгружать эту ось. Потому что стабилизатор должен находиться как бы в спокойном состоянии, а так он будет в натянутом и спружинит, если вы решите открутить скобу стабилизатора при замкраченном одном колесе. Я с этим уже сталкивался на Шкоде, поэтому я уже решил сразу поехать в сервис самообслуживания и поменять. Но мой вам совет, лучше езжайте в сервис, потому что в сервисе, по-моему, рублей 800-900 где-то так возьмут за втулки стабилизатора, это копейки. Проверка на лежачих полицейских. Так вот, особо не останавливаясь. Отлично. Все проходит идеально.
Ну что ж, проехался я после замены втулок стабилизатора по дороге. Такое ощущение, что машина стала чуть, может быть, тверже, подвеска. Но, по крайней мере, на лежащих полицейских, даже на большой скорости, относительно большой скорости, ничего не скрипит и никаких посторонних звуков, в общем, нету. Из ключей понадобилась только торцевая головка на 13, плюс торк 125 и крестовая для снятия защиты двигателя. А так, в принципе, элементарная работа заняла, наверное, минут 30, может 40 от силы вместе со съемками и очисткой посадочных мест для этих резиновых втулок. А так, спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.